В Целемосте приняли участие победители викторины Десногорска и Новоуральска. На встречу пришел и заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков. Мы рады сегодня приветствовать вас и хотим поблагодарить за такое интересное и, самое главное, нужное сотрудничество как для вас, так и для нас. И очень надеемся, что в скором времени это перерастет в большую-большую дружбу между нами, нашими городами, как в принципе между всеми городами в отсутствие атомной энергетики. В викторине приняли участие более 50 десногорцев. В результате отборочного этапа жюри выделило лучшие работы. В номинации «Групповая работа» лучшими стали Козлова Алина, Янышев Сергей, Овчинников Максим, Соклаков Артем, Шаповалов Дмитрий, учащийся 5 класса 2 школы, руководитель Елена Петрова. Я, когда узнала про этот марафон, решила, что это будет очень интересно. Во-первых, дети очень мало знают о том, что таких городов, как город Десногорск, в госкорпорации много. И знать об истории еще каких-то городов, кроме нашего, тоже очень интересно. Плюс опыт общения, опыт коллективной работы – и история. Мне очень сильно понравилось, хотела поинтересоваться другим городом, не только нашим, и ответила на интересные вопросы. Нам подарили азбуку Новоуральска, это ихняя природа, книжку о нашем Десногорске и диплом. В номинации «Авторская работа» победителями стали Анастасия Ерофеева, Максим Захаров, Роман Миронов, Алексей Петроченков. Для читателей библиотеки размещена выставка работ победителей.